just wanna be happy, happy tonight. Всем доброе утро! Мы всем уже привет. На улице. В общем, у нас такой тут лес рядышком с домом. Да. Я бы себя так близко не снимала. И у нас столько деревьев повалено. Кошмар какой. Тут повалено. Там вон дальше. Тоже вон спереди повалено. Такая тропиночка узенькая, что тут невозможно пройти. Вот, мы... Ой. Мы ждем, когда освободится площадка, там люди через минут 5 уже уйдут. И пойдем с Джекисом на площадку, потому что он, короче, мы говорим, ой, занято, идем Джека обратно. Он сел посреди дороги и ждет, и никуда не идет. Ну, в общем. Наклонилось дерево. Какое? О. Вот это вот наклонено. Вон. Вот, да-да-да. Капец. Так тут вон все деревья от этого наклонены. Джека, Джека, ну как тебе? А Джеку лишь бы в лесу погулять. Он охотничья собака, так он, смотрите, смотрите, ползет. Что там, заяц? Кого ты там увидел? Пробирается, пробирается. Кого ты там нашел? Ты же уже в снег наполовину с головой проваливаешься. Заяц. Смешной. Ну, пойдемте по чуть-чуть на площадку тогда. Пойдем на площадку. Немецкий чертярок изгонит. Смешной. Мы погуляли и, в общем, взяли с собой такую палку. Я на тренировке придумала с детьми там с палкой кое-что делать. Мы хотим, правда, чуть толще, надо будет купить, наверное, в интернете, заказать где-нибудь. Вот, но взяли пока это, меня Бог научил движение такое делать, крутить. Так, да? Это с двумя руками, а с одной? У меня скользко в этих перчатках. А, и с одной? Да, так с одной вот так, типа, да? Ага. Правильно? Правильно. Вот. Короче, как-то молодец. Так. Вот, так мы взяли, не знаю, на всякий случай будет. А еще Джек, стой. Мы играем в игру, потом надо будет показать. Ой, у меня тут дырка пальца. Давай, я тебя... Это, мы играем в игру так, на телефоне. Там фрукт ниндзя называется. Типа овощи и фрукты резать. Фрукты там в основном. Вот, и мы сейчас сделаем то же самое со снежком. Давай. Вот он. Бог дай. Раз. Давай, как бейсбол. Два. Я сейчас промажу. Три. Попало, нормально, а? Нормально. Давай ты теперь. Держи. Ой, чик. Джека, Джека. Поводок остался. Замуровали демоны. Держи. Давай, держи. Палку раз. Тебе. Джек, вот пошел. Давай. Так, мне тебе надо снежок найти. Джекочка, иди сюда, пожалуйста. Ну, куда? Куда? Где? Сзади. Сзади? Ну, ладно. Все равно обрезан, да? Не, так сейчас я быстро найду, ты кинешь. Не, ну мы обрезаны. Да ладно, я тебя сейчас скину, давай. 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 Вот такой я Богдана нашла. Раз, два, три. Давай еще раз. Сейчас это человек там... Это мой был коварный план. Ой, божечки. Так. Я сейчас понял, человек вот пройдет. Он меня на голове. Я вижу. Это ты его так сбил. Давай, сейчас человек пройдет. И за это. Да? Ты доволен, Джека? Все равно обрезано. Да нет, может чуть-чуть только. Давай. Давай. Вторая попытка. Раз, два, три. Да, Джека! Ой! Пополз! Джек застревает, вот он в снегу, так смешно. О, Богдан, смотрите, как Богдан крутит быстро. Ля-ля-ля-ля-ля, пошел! О-о-о-о-о! Вертолет! Сейчас взлетит! Смотрите на Джека! Джека, что там делаешь, а? Ты что, застрял? Лови, Джек. Пойдем. Джека, пойдем домой. Раз, два. Пойдем. Джека, прыгай. А Джеку нравится, блин, такой прикол. Джеку нравится, главное, так смешно. Ой, идем домой, в общем, холодно уже.
У меня происходит эксперимент. В общем, те цветочки, которые Богдан подарил, они уже такие чуть-чуть подзавявшие. Вот. Листья так точно завявшие. Вот. А сами цветочки, они как бы еще, в принципе, нормальные. Я в интернете посмотрела, как их можно оживить. В общем, там написано, что надо поставить, разогреть воду, в кипящую воду их засунуть. Но прежде нужно обрезать все эти... Господи, как они называются? Палочки. Как это называется, Бус? Стебли, вот, стебли наискосок, вот, и вставить воду горячую. Я уже мою тут вазу, я ее сразу холодную воду налью, пока кипит вода, займусь тем, что я обрежу все эти наискосок стебелечки. Ну, давайте, теперь попробуем эти цветочки каким-то образом засунуть в воду горячую. Это очень страшно. Раз, два, все в этом, три, четыре. Ну вот, все, допустим. И теперь сразу опускаем в холодную воду. Они уже такие низко достаточно, но посмотрим. Если что, я потом в другую вазу просто их переложу, пока пусть в этой попаду. Не знаю, что из этого эксперимента получится. Вот, но они сейчас должны как бы, написано, должны подняться, в общем. Эти, чуть-чуть оживиться. Сейчас посмотрим. Вот. Прям эффекта такого вау, супер круто, я не увидела, но, конечно, я вижу некоторые розочки, в общем, розовые такие, прям такие розовинку дали. Посмотрим, может, им надо больше постоять в холодной воде. В общем, переставила в такую вазочку, и мы поняли, что у нас нету маленьких ваз, у нас есть только вот такая вот. Так что мы пока в эту поставили, вода здесь вон не стекает, вот. Ну, постоят еще пару дней, вроде выглядят прикольненько. Я сделала нам чаек, мы захотели с Богданом попить. Богдан сидит тут, делает видео. Ку-ку. 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 Как тебя получается? Все хорошо, работа. Работаешь? Ой, что темно. Против света снимаю. Так что мы сейчас попьем чаек, и потом я плавно передвигаюсь в комнату. У меня там ждет куча, куча, которую надо разобрать. Вот, так что будем куча. Пока по дому. Куча. А кучика. Мы смотрим 12-ю серию первого сезона «Остаться в живых». Этот сериал посоветовала посмотреть Валя. Она его смотрела давно и очень понравилась. И мы решили его посмотреть. Мне тоже он очень нравится. Загадочный такой сериал. Оставляет интригу большую. Так что вот, мы с большим интересом смотрим. Да? Да. Будем. Засели на этот сериал, я думаю, мы его одним махом вот так будем смотреть, угу. И посмотрим до конца. У него серии тоже по 40 минут, как и игра, да. Как «Игра престолов». А вот сезонов я не помню, по-моему, 6, что такое. Ну, почти то же самое. Сейчас мы решили покушать. Да, мы до этого... Богдан смонтировал видео, я зашила наконец-то перчатку себе. Зашила Богдану куртку, у него, в общем, по бокам здесь, где замок. Видимо, когда резко закрываешь, у него тут, ну, по шву порвалось, в общем. И весь этот синтепон вылетал неприятно. Так что я все подшила, разобрали стиркой, что была, положили на места, все. Ну, вот такими вот домашними делами занимались. Сейчас у меня скоро тренировка. Тренировка? Тренировка. Вот. И выходные, выходные. Вот еще сегодня хочу порисовать. Это рисовать надо заодно посмотреть, чтобы камера не разрядилась, телефон не разрядился. Вот. Ты что, спать хочешь, издеваешься? Я зевнул. Не-не-не, просто сегодня какой-то такой день. Такой день. Угу. У нас уже темнеет позднее. Сейчас вот 5 часов вечера, еще так. Ну, сумерки уже. 5 часов, да, еще у нас. Очень даже тепло. Не страшно на улице. Тепло, ты сказал? Тепло? Ой. Светло. Ну да, по поводу тепла, это относительно чего. Так что не страшно еще. Ходить по улицам. Так что вот. Будем ну что, кушать? Идем кушать, давай. Ой, Джеки сзади. Все, приятного аппетита. Всем добрый вечер. А что ты тут делаешь? В общем, я зашила Богдану куртку. Карманы. Все сделала с одной и с другой стороны, чтобы сейчас точно не вылетало. Он начинает одевать куртку. Мы идем гулять с Джеком вечером. Он одевает куртку. Я смотрю. А, видно. Что это такое вообще? В общем, это изнутри.
Это изнутри, да, то есть тоже по шву порвалась подкладка, в общем, короче. Вот, если честно, я не виноват. Да? Да. Не, ну так я понимаю, но просто что за хлипкая какая-то куртка вообще? Я ее что, сейчас стягать буду? Каждый день? М? Каждый вечер. Каждый вечер? Это мой ритуал будет, да? А ладно. Я шучу. У меня вот такой вот заборчик классный еще в прошлом году купили. Что я буду сидеть зашивать. Капец, как тут порвано, конечно. Зато можно посмотреть, что в куртке. Внутри. Ситифон. Жака уже покушал. Наконец-то. Мы готовим тоже кушать, но мы покажем потом, когда он приготовится. Там чуть-чуть капелюшки осталось. А Джек, да, спустя 2 дня поел нормально. Кошмар вообще. И сейчас сидит. Да, ничего не ел, а в туалет ходил. Ой, давай, буду зашивать. Ну вот, мы садимся кушать. Я сегодня приготовила 2 начинки. Мы покупали и фарш, и курицу. Сделали спагетти болоньезе. И это Богдана, да. И спагетти с курицей, брокколи и грибами в сливочном соусе. В общем, вот так решили сделать. На 2 сковородках я делала. Вот, так что, кто что захотел. И Богдана посыпали еще моцареллой. И у нас простого такого сыра нет. Будет моцарелла. Так что мы садимся кушать. Да, я куртку зашила. Все, можно использовать. Можно гулять. Можно гулять. Все, приятного аппетита. Мы садимся. Такая вкусняшка. Пахнет очень вкусно. Мы уже вкусно покушали и решили, что пойдем ложиться в кровать уже и переносим телевизор. Я сейчас Богдану тут помогаю. Несешь? Mm-hmm. В общем, вот так Богдан несет телевизор. Вот, мы очень объелись, на самом деле. Я себе всегда спагетти, когда делаем, там, или болоньезу, или вот с курицей, я сегодня ела с курицей, я всегда себе перекладываю. И не могу доесть. И Богдан говорит, что выглядит вкусно. То есть, наверное, еда выглядит вкусно, и я прям не могу. Я так думаю, что съем, на самом деле ничего не съедаю. Слушай, когда мы с лампочки вообще творили? Представляете, мы еще лампочки. Представляете, мы еще лампочки эти не убрали. Капец. Что надо завтра убрать, все. Хорошо. Все. Это моя точка. Точка стоит, все, убрать. Вот, точка так что, зю. Точка зю. Будем ложиться отдыхать. И хотите прикол, кстати, у нас опять вода заканчивается. Вообще. Ну куда ж ты? Смотрите, подожди, давай я покажу. Смотрите, как Богдан налил. В общем, мы купили... Сколько... Ты долил? Ну да. Отсербнул и долил. В общем, сколько мы купили бутылок? 7 в максиме, да, когда закупались. Я... 7, потом купили еще 1, 8. Это 8-я. В общем, мы ездили, докупали бутылку 1, потому что мы поняли, что не так. И в итоге нам все равно не хватает, потому что вот сейчас Богдан долил, воду мы чуть-чуть сейчас вечером попьем, мы на ночь всегда оставляем себе попить. И завтра на утро у нас опять стоит, там, не знаю, сколько бы этих кружек, 5, 6, 7. 5. Ай, 5 кружек, и эти еще дольем. В общем, уже с закипяченной водой, которая остывает. В общем, нам на неделю... Воды где-то надо 45-50 литров. Но смотри, ты знаешь, мне кажется, это из-за того, что мы... Ой, сейчас свет буду выключать. Это знаешь почему? Мне кажется, это потому, что мы перестали с тобой пробовать всякие там кока-колы, но мы берем как бы, но не в таких количествах. Раньше много сока пили. Ну, тогда лучше пить воду. Вода? Да. Смотрите, Джек, пишу. Джек. Расскажи. Джека. Джека. Смотрите, смотрит на меня, но не поворачивается полностью. Я его зову, не поворачивается. Джека. Джек, расскажи вообще, как тебе зима такая? Ой, расскажи. Расскажи. Очень прилично. Вообще никакая, да? Джека, это что такое было? Джека. Смотрите, вот так вот ложится всегда. Либо на мое, либо на Богдана место, и все. О, лапку загнул. Ты лапку загнул? Ты позируешь?
Ай-яй-яй, ну смотрите, король вообще вселенной. Все дела. В общем, будем мы ложиться отдыхать. Где ты там? Я тут и дома. Вот. И увидимся завтра. Всем спокойной ночи. Christmas in my heart.